Всем добрый вечер еще раз. Значит, наш сегодняшний докладчик Дмитрий Артамонов расскажет про функциональную реализацию базиса типа Гельфанда-Цепфеля для алгебры Ли, SP4 и O5. Пожалуйста, Дима, можно начинать. Ну, речь пойдет в общих словах о такой задаче. Я буду рассматривать группу Ли, соответствующую этой алгебры Ли. Ну, тут, понятно, одна и та же алгебра Ли, но группы Ли можно рассматривать разные. Можно рассматривать функции на этой группе Ли. И можно любое конечномерное представление реализовывать в пространстве функций на этой группе. В представлении имеется базис Гельфанда-Цепфеля, ну или лучше даже говорить тип Гельфанда-Цепфеля. Это аналог такой хорошо известной конструкции для GLN. И, естественно, вопрос, какая функция соответствует базисному вектору. Вот оказывается, для алгебры Ли небольших размерностей, GL3, SP4, O5, есть очень красивый ответ. Это функция довольно интересная. Ну, там она, точнее, выражает через довольно интересную функцию, а именно агипергеометрическую функцию. Что это такое, я, разумеется, скажу. И потом я постараюсь объяснить, что из этого хорошего можно сделать. Какие из этого хорошие, интересные выводы можно сделать. Так. Ну вот примерный план моего доклада. Значит, я начну с того, что рассмотрю случай GL3. Здесь ответ был известен, поставленный вопрос был известен еще с 60-х годов. И, собственно говоря, там очень интересный ответ получается, и это и было такой вот моей мотивацией. Значит, потом я расскажу про результаты для алгебры SP4, для базиса типа Гельфанда-Цепфеля, как для алгебры SP4. Здесь переход к этому случаю не очень сложный, это уже сделано мной. И вот, и ответ будет получен, поставленный вопрос. Потом я рассмотрю случай алгебры O5. То есть вот то же самое алгебра, та же самая алгебра, но другой базис типа Гельфанда-Цепфеля. Здесь окажется, что ситуация неожиданно гораздо более сложная. Но тем не менее тоже я сумею получить очень хороший ответ на поставленный вопрос. Ну и, наконец, я постараюсь объяснить, чем интересны полученные результаты. Они, на самом деле, позволяют получать ответ на вопросы, которые вот без знания этой функции кажутся такими, не имеющими хорошего решения. К сожалению, привести нетривиальные примеры таких ответов, ну, это, прежде всего, задача разложения неприводимых представлений, тензорных произведений, я не смогу, времени доклада все-таки не хватит, но я покажу, что, вот, например, задача того вычисления форм для действия генераторов алгебры при таком функциональном подходе решается совершенно автоматически. Вот, так, давайте начнем с первой части. Итак, рассмотрим алгебру GL3. Она, как линейное пространство, порождается матричными единицами, ей житые. И мне очень удобно, чтобы там сопоставлять с алгебрами SP4 и O5, мне удобно, что индексы прибегают не множество 1, 2, 3, а вот минус 2, минус 1, 1. Значит, как известно, в 50-м году Гельфанд и Цепфель опубликовали короткую заметку в докладах Академии наук, где привели явную конструкцию базиса в конечномерном неприводимом представлении алгебры GL. Ну, у меня будет сегодня только GL3. Значит, что они сделали? Во-первых, они привели способ индексации базисных векторов и, кроме того, привели формулы для действий генераторов, точнее, вот этих самых, ну, некоторых из матричных единиц на вот эти базис на вот эти базисные векторы, которые соответствуют заиндексированный базисный вектор. Никакого пояснения там не было, откуда это берется, никаких, тем более, доказательств формул для действия не было, но ну вот, позже другие авторы привели более подробную эту конструкцию, и взгляд на это такой.
Значит, давайте рассмотрим представление GL3 заданного старшего веса. Чтобы формулы были чуть менее громоздкими, я буду всегда предполагать, что последний компонент старшего веса нулевая. Можно рассмотреть его как представление под алгебры GL2, которая поражена маточными единицами ежитая, где вот мы запрещаем индекс 1. Тогда, как представление этой GL2, она перестает быть неприводимым, разлагается в сумму неприводимых. При этом каждое представление заданного GL2 старшего веса встречается не более чем однократно. Поэтому здесь сумма идет в μ3, оно разложилось в сумму неприводимых, и здесь сумма идет только по возникающим GL2 старшим весам. Каждое представление заданного GL2 веса встречается однократно, но вот я его помечаю μ3, старший вес GL3 представления, и μ2. Дальше эту конструкцию можно продолжить, можно еще сузить под алгебру до алгебры GL1, она состоит ровно из одного элемента, то есть мы запрещаем индекс еще минус 1. Опять представление, которое было GL2 неприводимым, перестает быть неприводимым относительно GL1, оно, соответственно, разлагает сумму неприводимых. Как и в случае на предыдущем шаге, кратности здесь возникают, то есть здесь каждая GL1 неприводимая встречается только однократно. Значит, здесь можно при разложении в сумму считать, что мы пробегаем только множество допустимых GL1 старших весов. И, конечно же, так каждое неприводимое GL1 представление одномерно. Значит, здесь мы начальное представление представили как сумму таких вот одномерных, прямых. Можно взять здесь управляющий вектор этой прямой. Ну и это получается базис представления. Соответственно, получается, что базисные векторы индексируются тремя старшими весами, этим μ3, μ1, μ3, μ2, μ1. Ну и, значит, если их написать друг под другом вот в таком шахматном порядке, то получится, во-первых, целочисленная таблица, во-вторых, уже нетривиальный факт, что здесь всегда выполнено условие промежуточности, то есть что k-2 написано под m-2, -1, значит, он лежит между ними. Ну и верно обратно. Каждая такая таблица реализуется, возникает при таком разложении. Вот, значит, теперь давайте, что такое функциональная реализация. Ну, собственно, я уже про это в самом анонсе сказал. У меня есть группа GL3, группа, соответствующая моей алгебре. Да, я работаю над комплексными числами, значит, здесь у меня группа комплексных матриц. Есть функции на этой группе, и на этих функциях сама группа действует правыми сдвигами. Вот, собственно, формула написана. Ну, какие можно придумать примеры функций на группе? Ну, такой самый базовый этот пример – это функция матричного элемента A и G. То есть это матричный элемент. Здесь и номер, нижний индекс – номер столбца, а верхний индекс – номер строки. Я не случайно использую букву A и G. Дело в том, что дальше я буду цитировать некоторые результаты работ физиков, собственно, которые получили ответ на этот вопрос, какие функции на группе соответствуют векторам Гельфанд-Цетлина в случае GL3. Они работали не с функциональной реализацией, они работали с реализацией с помощью операторов рождения и уничтожения. Но эти биреализации на самом деле очень тесно связаны. И вот чтобы это подчеркнуть, я как раз использую букву А, чтобы как раз вот это связано с, чтобы сопоставлять это с теми операторами рождения, которые они тоже используют, для которых используют букву А. Ну, я немножко подробнее, в каком смысле они связаны, скажу позже. Ну и из этих
матричных элементов можно формировать другие функции на группе, а именно из них можно составлять определитель. О, здесь я вот вижу некоторую опечатку. Значит, здесь я беру определители k на k. Ну, на самом деле определитель у меня будет только размера 1 и 2. При этом я столбцы беру, какие хочу, и 1, и k. А строки беру подряд. То есть вот здесь, извините, небольшая опечатка. Тут вот идет нормальная индексация 1k, а вот должна начинаться с минус 2. То есть для определителя размера 1 берется только строка минус 2. Для определителя размера 2 берутся строки минус 2, минус 1. То есть строки, идущие подряд сверху, столбцы, какие хочу. Ну и на самом деле определитель я беру только размером 1 на 1 и 2 на 2. Ну и легко понять, значит, как на эти функции действует алгебра Ли. Ну вот я там сказал, что у меня действует группа Ли. Она, конечно же, порождает инфинитизимальное действие алгебры Ли. И действие генераторов алгебры, оно очень простое. Вот на отдельный определитель, на генератор E и G действует так. Он ищет среди индексов определителей индекс G. Если его находит, то G заменяется на I. Ну а если не находит, то это будет 0. Ну, разумеется, на произведение определителей генератор действует по правилу. То есть вот такое очень простое действие на эти функции. Отсюда легко вывести, что вот вектор V0, который написан, это старший вектор вот, нужного нам старшего веса минус 2, минус 1. Почему? Ну вот смотрите, если я буду рассматривать повышающие операторы, где i меньше, чем g, то видно, что генератор пытается уменьшить, извините, вижу вторую опечатку, здесь должно быть минус 2, минус 1. Минус 2, минус 1. То есть вот так вот индексы идут подряд. То есть, кстати, Дима, я перебью вас. Если вы захотите исправить опечатки в новой версии слайдов, вы можете потом уже после доклада прислать мне, и мы поместим в архив докладов уже исправленную версию. Давайте так сделаем. Да. Извините, да, за что Значит, что пытается сделать повышающий оператор? У него индекс i меньше, чем g. Он пытается уменьшить индекс. Ну, конечно же, раз у нас определители, то столбцовые индексы, по столбцовым индексам он антисимметричен, поэтому если у нас индексы у одного минус 2 самый маленький, у второго минус 2, минус 1, уменьшить уже никак нельзя. Поэтому все повышающие аннулируют, ну, и легко проверить, что картановские будут иметь ровно те собственные значения, какие нужны. Извините, можно спросить? Да. Вот действие E и G, там же нижние и верхние индексы бывают. E и G – это просто… Да, у А у вас только нижние индексы. Да. Если там и нижние, и верхние, тогда как? Нет, у А вот с нижними индексами – это определитель. Какой матрицы? Да, понятно. Извините. Да. Верхний k-строк подряд, понятно. Столбцы. Да, понятно. Да, извините, спасибо. Давайте теперь вот поставим эту задачу. Какая же функция соответствует диаграмме Гельфанда-Цетлина? И попытаемся с помощью каких-то наивных рассуждений понять, вот какие определители в каких степенях сюда могут входить. Ну, точнее, давайте допустим, что здесь входят все определители. Ну, вот видите, я функцию представил как многочлен от определителя. То есть здесь вот сумма, ну здесь стоит произведение, а x степени r. Значит, какие могут быть показатели? Ну, x здесь это вот то подмножество. Значит, давайте рассуждать на им. Значит, e минус, прежде всего, что значит, давайте вернемся сюда, что означает у нас вот эта диаграмма? Это означает, например… Простите, а можно я вас перебью? А почему там только сами определители в каких-то степенях? Там произведение определителей? Да, произведение, да. Да, опечатка. Опечатки встречаются, да. Значит, индекс h минус 2 означает, что оператор e минус 2 минус 2 имеет собственное значение h минус 2. Но
если вот у меня есть какой-то моном, у него вот эти вот моном от определителя, у него показатели Rx, какое будет собственное значение относительно E-2. Очень просто. Это сумма всех показателей, содержащих индекс минус 2. Вот они здесь, сумма их написана, и она должна быть равна h минус 2. Теперь давайте рассуждать дальше. Какие условия дает нам вторая строка? K минус 2, K минус 1. Это старший вес GL2 представления, которое содержит наш вектор. Ну, давайте у нас вот есть наш вектор, который задан как многочлен определителей. Давайте попытаться его повышать с помощью повышающего оператора из GL2. Это оператор E-2-1. То есть он пытается индекс минус 1 заменить на минус 2 по возможности. Давайте его применять к маному. И пока не получим 0. И вот посмотрим, по что он переходит. Значит, и какие условия на показатели получаются, исходя из того, что он должен перейти в старший вектор веса k-2-1. Ну, что он делает с маномом, здесь написано. a-1 заменяется a-2. Вот здесь еще вот в таком маноме можно попытаться индекс минус 1 заменить на минус 2, получается такой вот определитель. Ну и, соответственно, вот получается, равенство написано ниже. Значит, мы берем сумму всех показателей, всех маномов, которые после вот этого повышения содержат индекс минус 2, и должно получиться k минус 2. Какие-то? Это, собственно говоря, те показатели тех маномов, которые были раньше, которые изначально содержат минус 2. И плюс два показателя R-1 и R-1, которые будут содержать минус 2 после повышения. Это должно быть K-2. Ну и аналогично, значит, там второе условие с помощью аналогичных рассуждений, что там должно быть R-2-1, K-1. Ну и теперь, какое нам условие дает третья, самая верхняя строка? Значит, она говорит нам вот что. Давайте применять вообще все повышающие операторы из GL3 и повышаем, применяем их к маному, получаем маном старший, и вот он должен быть старшим маномом веса -2-1. Ну, здесь эти все повышения действуют как? Они все определители порядка 1 превращают в a-2, все определители порядка 2 превращают a-2-1. Ну и, собственно говоря, вот сумма показателей всех маномов порядка 1 равняется -2, сумма показателей всех маномов порядка 2 равняется -1. Казалось бы, это, ну вот, эта система здесь выписана, явно. И что она задает? Она на самом деле, как, ну понятно, она задает сдвинутую решетку, ну вот в пространстве с координатами R. То есть вот, причем ее даже можно написать явно. Значит, вот если координаты расположить в таком порядке, то вектор гамма здесь явно выписан, и решетка, оказывается, имеет ранг 1. Это она, все векторы пропорциональны вот тому вектору, который здесь выписан. Давайте сразу скажу, это верно ли, что те рассуждения, которые мы привели, это необходимые и достаточные условия того, чтобы маном входил в разложение функции, отвечающей вектору Гельфанда-Цепеля? Ответ нет, потому что вот эти вот определители, это же не независимые переменные, они подчиняются там соотношению Плюкера. Поэтому это просто такие наивные рассуждения, которые в случае GL3, как ни странно, приведут к правильному ответу, а вот в случае GL4 большей размерности они правильного ответа не дают. Вот. Ну, тем не менее, вот давайте вот считать, давайте остановимся на том, что мы такую решетку построили. Теперь давайте с этой решеткой свяжем некоторую функцию, в некотором смысле самую простую функцию, которая представляется
у которой, ну, разлагается сумма мономов, которые, показатели которых удовлетворяют, ну, лежат в сдвинутой решетке. Такая функция, самая простая, это гамма-ряд. Значит, вот определение его. Ну, конечно, точнее, можно сказать, самое простое можно было просто взять сумму всех мономов. Ну, а это следующая по простоте вещь, как видите. Это фактически сумма, где каждый маном делится на факториал своей степени. Так вот, пусть у меня есть в каком-то пространстве за n решетка, есть фиксированный вектор, и с ними я связываю, ну, формально ряд от переменных z1, zn, где у меня показатели пробегают на сдвинутую решетку, и каждая переменная в какой-то степени делится на факториал степени. Ну, здесь вот внизу написано мультииндексное обозначение. Этот очень естественный объект, как ни странно, был введен совершенно недавно, в 80-е годы. Был он введен Гельфандом, ну и соавторами. Причем, пожалуй, даже самая первая работа была написана Гельфандом без соавторов в 80-е годы. И, собственно говоря, что они делали? Ну вот здесь нужно немножко отойти в сторону теории специальных функций гипергеометрического типа. Вот есть так называемая гипергеометрическая функция Гаусса. Вот она здесь, ее определение в 2.1 в пункте 3 видно. Это очень известная специальная функция от одной переменной z. И хорошо известно ее обобщение, ну, которые тоже являются функциями одной переменной. Эта функция там замечательна совершенно. Ее можно представлять в виде интеграла, можно писать очень хорошее дифференциальное уравнение, которым она удовлетворяет. И, конечно, люди долго пытались найти аналоги этой функции, которая бы зависела от нескольких перемен. То есть пытались понять, а что такое теория гипергеометрической функции многих переменных. Ну вот, люди пытались это делать с начала 20 века, строили какие-то конкретные примеры. Потом были какие-то попытки строить большую теорию, там вот Горна. Но, как правило, там получались функции чем-то не очень хорошие. Например, они не удовлетворяли хорошим дифференциальным уравнением. Ну вот, Гельфанд и соавторы открыли класс а гипергеометрических функций, ну, это как гипергеометрическая функция, это вот она, это сумма этого ряда, которая, с одной стороны, достаточно широкий, что включает почти все известные такие конкретные примеры гипергеометрической функции многих перемен, с другой стороны, он обладает некоторыми хорошими свойствами. Ну, какие здесь можно свойства? Ну, во-первых, конечно, простейшее замечание, что вектор гамма можно заменить на гамма плюс b, потому что фактически тут речь идет не о векторе сдвига параметра, а сдвинутой решетке. Очень важно, что эти функции очень просто дифференцировать по переменным. Операция дифференцирования действует просто как сдвиг вот этого параметра гамма. Ну вот здесь показано, что если взять 4 переменные и решетку, связанную с вот таким вектором. Ну, кстати, заметьте, что вот вектор, который у нас был на одном из предыдущих слайдов, он такой вид имеет. 2 минус и 2 плюс. То полученный гамма-ряд тесно связан с гипергеометрической функцией Гаусса. А какими аналитическими свойствами обладает этот гамма-ряд? Там, где он сходится, там, какие, ну, у него это, особенности? Да, это из, да, вот там ответ на это довольно трудный, но, значит, там это вот в статье Гельфанда, Капранова, Зельвинского известно, и было это исследовано. Ну, там ответ не очень такой довольно трудный, но он известен. Извините, это B в этом случае просто одномерная решетка? Да, B одномерная. Ага. Вот оказывается, если взять ту сдвинутую решетку, которую мы построили, взять, подставить в нее в наши определители, то полученный гамма-ряд это и будет та функция, которая соответствует
который соответствует вектору Гельфанда-Цетля. Ну вот это сделали Беденхарн и Берд, вот в такой форме это я написал, что это через гамма-ряд. А Беденхарн и Берд получили этот результат еще в 63-м году. Они писали, как видите, через гипергеометрическую функцию Гаусс. Тут ответ более сложный, то есть вот тот гамма-ряд, который вот возникает в этом случае, он тесно связан с гипергеометрической функцией Гаусса, и они открыли его ровно в этой форме. Тут, как видите, гораздо более громоздкое, но я, пожалуй, все-таки остановлюсь на этом слайде, чтобы вот подчеркнуть, кто написал, кто оригинально получил этот результат. Единственная тут оговорка, что они работали все-таки с... Там у них были операторы рождения и уничтожения. Вот. Значит, такая ситуация. Значит, то есть, простите, то есть вот эта функция на группе, которая на предыдущем слайде была, это в точности вектор из Байеса Гельфанда-Цетлина там, в неприводимом представлении, которое вот соответствует данной диаграмме Гельфанда-Цетлина, да? Да. Да, ну вот, например, в этой же работе есть некоторая польза от этого результата. Ну, например, они наметили подход к тому, как получать формулы для действий генераторов алгебры на вот этот вектор. И там все довольно быстро сводится к тому, что нужно писать некоторые соотношения между гипергеометрическими функциями Гаусса для разных значений параметров. При этом это можно ли смотреть, пытаться какие-то таблицы, или таблицы соотношений между специальными функциями, или можно рассуждать вообще вот как. Допустим, ну вот надо вспомнить, что гипергеометрические функции Гаусса подчиняются некоторому дифференциальному уравнению, которое имеет особые точки 0,1 бесконечность. И полезно посмотреть на асимптотику поведения этих функций, на функции в особых точках, и вот исследуя, сравнивая поведение функции в особых точках, можно получить коэффициенты, с помощью которых действуют эти генераторы. Очень красивый подход. Это все, конечно, очень вдохновляюще, и поэтому, конечно, естественно, попытаться перенести это на другие алгебры. Итак, давайте рассмотрим алгебру SP4. Я ее реализую вот так. Значит, у меня есть четырехмерное пространство, координаты которого занумерованы индексами минус 2, минус 1, 1, 2. И я беру вот эти элементы, ну, операторы f малый и g, которые вот здесь написаны. Их линейная оболочка – это есть алгебра Ли, которая есть что иное, как SP4. То есть здесь сохраняется постсимметрическая форма, там диагонали стоят там в нужных местах, плюс-минус единицы. И я рассматриваю под алгебру SP2, которая порождена f и g, там, где и g равняется плюс-минус 2. Здесь абсолютно аналогично вводятся функции матричного элемента, вводятся определители из них составленные, и также легко проверяется, что вот представленный вектор B0, который пишется так же, как в случае G3, это старший вектор. Да, вот здесь я привел корневую картинку с корнями, и вот красным выделил корни, которые отвечают моей подалке, чтобы потом сравнивать с тем, что я называю базисом типа Гельфанда-Цетлина для OP5. Сейчас я вот буду на следующем слайде пояснять, что же я называю базисом типа Гельфанда-Цетлина для SP4. Ну, эта конструкция, тоже такой подход известен тоже 60-х годов, и конструкция такого типа. Итак, у меня есть представление SP4 старшего веса m-2 и m-1. Тут, конечно, вот должна быть единичка. Я рассматриваю как представление под алгеброй SP2. Как и раньше, оно перестает быть неприводимым, раскладывается в сумму неприводимых, но здесь возникает трудность, как известно, разные неприводимые заданного старшего веса h-2 встречаются многократно. Вот здесь такая сумма, где неприводимое представление SP2 умножается на некоторое линейное пространство, называемое пространством кратности.
Ну, в этом пространстве можно выбрать какой-то базис, индексированный мю. Ну, так что здесь вот возникает дополнительный индекс. Так как SP2 изоморф на SL2, то здесь уже конструкция базиса более-менее единственна. И можно, значит, VH2 выбрать базис. И, соответственно, мы получаем следующую индексацию базисных векторов. Верхняя строчка SP4 старший вес. Третья строчка – это SP2 старший вес, дополненный нулем. Нижняя строчка – это индекс базисного вектора VH2. И вот дополнительный индекс кратности. Ну, конечно, нужно пояснить, откуда берется этот индекс μ. Давайте я сразу скажу, что в результате получится таблица 2. То есть здесь верхние три строчки – это фактически GL3, диаграмма Гельфанд-Цефлин, и вот к ней такой снизу нарост. Значит, откуда же, как же строится индекс кратности, откуда берется диаграмма 2? Ну, здесь этот результат, я использовал такой вот конструкции Желобенко, которая получена тоже в 60-е годы. Значит, ну, это есть его известные книжки, вот он показал, что с использованием через использование функциональной реализации, что между задачами ограничения GL3, GL1 и SP4 на SP2 есть изоморфизм. То есть вот если у меня есть неприводимое представление GL3 старшего веса M-2, M-1, 0 и представление SP4 веса M-2, M-1, то есть естественный изоморфизм между пространствами GL1 старших векторов и SP2 старших векторов. Он там явно просто строится в функциональной реализации. И отсюда следует, что да, вот SP2 старший вектор кодируется GL3 диаграммой Гельфанд-Цефлина. Ну, тут даже просто можно как-то делать, просто взять функцию, которая была вот здесь вот написана вот эта вот функция на GL3, которая была функцией, соответствующей диаграмме, и взять ровно ее, вот просто механически написать, но теперь под А понимать вот функции на SP4. И вот это и есть тот самый изоморфизм. Хорошо, значит, это получено еще Желобенко. Значит, а теперь как же получить функцию, соответствующую произвольному вектору? Ну, вообще, как получить произвольный вектор из SP2 старше? Ну, нужно просто вот подействовать степенью понижающего оператора из SP2. Вот он здесь выписан. Очень удобно поделить здесь на P факториал. Вот подействовать так. P – это будет не что иное, как вот разница между H-2 и H-1. Оказывается, в результате, то есть вот мы должны подействовать на вот эту вот функцию. Оказывается, при этом получается гамма-ряд от определителя. Собственно говоря, вот нужно написать, взять вот диаграмму, это вот та самая диаграмма 2 и 3, это та же самая диаграмма, ей сопоставить решетку, ну вот здесь тоже некоторые условия на степени, Эти условия также можно интерпретировать с помощью таких вот, также можно описать с помощью наивных соображений. И вот если со сдвинутой решеткой, которая вот здесь написана вот такой системой, ассоциировать гамма-ряд от определителей указанных, то да, это будет ровно та функция, которая соответствует диаграмме Гельфанд-Цефлина. Здесь, кстати, заметьте, не все определители выписаны, нет А-2,2, но он просто равен определителю А-1,1 с точностью до знака. Это уже мой результат, вот он опубликован в прошлом году, есть на архиве. Вот. Значит, это вот мой результат. Да, значит, здесь получается довольно простая функция. Ну, то есть из этого класса. И здесь, еще раз, этот результат получается, вот именно касаемо того, какая функция здесь соответствует, довольно просто. То есть просто применением того оператора понижающего, и видим, что остаемся в классе гамма-ряда.
получилась как более сложная решетка, но все-таки. Хорошо. Теперь давайте дальше. Давайте рассмотрим алгебру опять. Значит, сейчас, что-то здесь. Да, да, вот это здесь надо фамилия следующего, извините, отпечатка, просто фамилии пока не обращаю внимания. Я рассмотрю пятимерное пространство. Координаты занумерованы вот от минус 2, минус 1, 0, 1, 2. Значит, да, извините, давайте к предыдущему. Я немножко прокомментирую еще ситуацию с SP4. Значит, надо сказать, что вот еще, конечно, упомянуть Молева обязательно, который построил базис для типа Кельфанд-Цетлин для произвольного SP2N. Для SP2N. Он построил там вот некоторую конструкцию базисных векторов, вывел формулы для действия. Но надо сказать, что вот из-за того, что эта процедура неоднозначная, неоднозначная процедура выбрала индекс кратности, вообще говоря, получается у нас с ним, скорее всего, разный базис. Хорошо, давайте теперь вот снова K5. Итак, вот есть вот такая алгебра Ли. Значит, это соответствует тому, что это алгебра, сохраняющая квадратичную форму с единицами на побочной диагонали. Значит, вот опять же, тут также строятся матричные элементы, из них строятся определители, и опять, значит, вектор, который здесь выписан, является старшим вектором, заданным старшим весом. Единственное, здесь в прошлом для GL3 и SP4 MIT были целыми числами. Здесь, как известно, нужно допускать, что MIT два варианта. Либо они одновременно целые, либо одновременно полуцелые. То есть здесь вот последний определитель может там возводиться в степень полуцелой. Я здесь нарисовал корни. Это, конечно же, та же самая диаграмма, что и была в случае SP4, но здесь я буду брать другую подалгебру для построения базиса типа Лефанда-Цетлин. Это, конечно, будет подалгебра О3, порожденная F и житами, где запрещены индексы минус 1, 1. Это вот такая вот коротенькая диагональ здесь будет. Это, я напоминаю, что в случае SP4 у нас была длинная диагональ. Ну, процедура построения базиса, ну, то есть вообще задача построения базиса типа Лефанда-Цетлин для SP4, это основана на ограничениях внутри серии C, это такая естественная, можно сказать, задача. Она там долго обсуждалась. Желобенко сделал, вот что, какие-то шаги сделал Желобенко. Окончательно решена была в общем случае Молева. А что с ортогональной алгеброй? Ну, надо сказать, что, кажется, в том же самом томе, где Гельфанд и Цетлин опубликовали статью про свой базис для случая ЖЛН, они опубликовали статью, где сделали получили аналогичные результаты для ОЭ. Ну, на языке ограничений там рассматривается алгебра, вот немножко другая реализация алгебры ОН, где F и жита – это E и жита минус E жита, то есть квадратичная форма у нас с единицами по главной диагонали. И построение основано на таких обычных положениях, где отрезается там последняя координата. В этом случае никаких кратностей не возникает. Ну, и там никаких проблем нет. Но сразу нужно заметить, что вот если мы, например, рассмотрим ограниченным случаем О5, то вот при таком подходе Гельфанда-Цетлина возникающее вложение О5, О4, О3 – это не то самое корневое вложение, которое вот я рассматривал на предыдущем слайде. Но
Надо сказать, что в такой в литературе, связанной с журналами таких матфизических, вот там вот, например, Journal of Mathematical Physics, еще в 60-х годов периодически появляются, даже более-менее до настоящего времени, периодически появляются работы, где строится, ну, делается конструкция базиса типа Гельфанда-Цетлина вот именно для цепочки О5-О3 корневой. Это связано с тем, что вот алгебра О5 там интерпретируется как некоторая алгебра наблюдаемых, там пятимерного квазиспина, это связано с такими моделями атомного ядра. Ну и, значит, здесь много авторов это делали, значит, здесь, не знаю, вот Хект, Хелмерс, потом вот есть вот наши, Ашерова, Смирнов, Толстой, Ровер, Репка. Молев я здесь упомянул просто потому, что он взял, он не использовал никакие физические соображения, а просто вот так как его техника построена, ну, его техника, которая позволила построить базис для серии С, позволяла построить для других серий, он просто написал. Ну и сказать, что и я тоже где-то 10 лет назад, у меня тоже есть публикация, там Journal of Mathematical Physics статья, где тоже вот, ну, правда, уже вот в связи снова с задачей физической, классификация состояния пятимерного квазиспина, тоже там некоторые базис типа Гельфанда-Цетлина, вот именно так, как, можно сказать, кустарно строится. Сейчас, а что значит цепочки не совпадают? Вы хотите сказать, что вот эти две подалгебры О3, которые в одной и в другой цепочке возникают, что они не сопряжены, что ли, да, внутри О5? Да. Сейчас. Как-то это... Да, ну, ну ладно, хорошо, да. Вот. Ну, значит, поэтому вот я пытался убедить, что вот рассмотрение цепочки О5-О3 – это тоже разумная вещь, и даже с точки зрения приложений квантовой механики это даже более разумно, чем вот та задача для серии С. Итак, здесь процедура построения базы типа Гельфанда-Цетлина. Значит, ну, здесь общие слова, надо говорить, такие же, как в случае О5. Значит, у нас есть представление О5 старшего веса. Здесь опять опечатка. Значит, мы рассматриваем как представление меньше подалгебры. Оно перестает быть неприводимым и раскладывать сумму неприводимых. Здесь я уже сразу написал, что у суммируемых здесь неприводимые, они индексируются О3 старшим весом и индексом кратности. Ну и здесь возникает вот такая диаграмма типа 4. Значит, верхняя строчка опять это О5 старший вес, а вторая строчка индекс кратности, а последние две строчки это таблица типа Гельфанда-Цетлина, которая для представления О3. О3 же тоже изоморфный SL2, и поэтому здесь такая вот таблица. Ну, опять вопрос, конечно, стоит, а как же здесь построить индекс, вот этот индекс кратности мю? И если его правильно построить, то я привожу результат внизу. Значит, здесь возникает вот такая таблица. 5. Да, надо сказать здесь, что вот и в случае SP4, и вот в случае O5 возникающие таблицы, они, хоть я уже сказал, базис может отличаться от молевского, но таблицы здесь ровно такие, как у Молева. Ровно такие, как у Молева. Значит, что здесь есть что? Значит, сигма – это такой дополнительный индекс, равный 0 единице. А оставшиеся числа, они все либо одновременно целые, либо одновременно полуцелые. Значит, откуда берется построение индекс кратности? Значит, оказывается, можно доказать утверждение, очень близкое тому, которое было вот получено Желобенко в случае SP4. Я привожу здесь не строго формулировку, почти имеется отображение 2-1 между задачами О5 на О3 и ЖЛ3 в ЖЛ1. Значит, именно
значит, в пространство три старших векторов заданного старшего веса, О3, имеется байс, индексированный такими таблицами. Таблица GL3, во-первых, здесь берется GL3, таблица Гельфанда-Цетлина. Дополнительный индекс, таблица при этом либо полностью целочисленная, либо полностью полуцелая. Дополнительный индекс 0, единица. И вот такое вот есть условие, что если K1 равняется нулю, но эта таблица, конечно, при этом предполагается целая, то сигма обязательно равняется нулю. И эта связь с задачей ограничения GL3, GL1 явно выглядит вот так. У нас просто вот явно пишется функция соответствующая диаграмма. Вот. Ну хорошо. Теперь как же получить функцию, соответствующую произвольной диаграмме Гельфанда-Цетлина для О5, вот, где появляется часть, отвечающая представлению О3. Казалось бы, здесь нужно рассуждать так же, как в случае с P4, просто подействовать степенью понижающего оператора О3. Но здесь легко сделать эксперимент и убедиться в том, что получается очень сложная функция, не гамма-ред. Вот здесь можно было бы остановиться и расстроиться, сказать, что задача сложная. Но, тем не менее, не все так плохо. Не все так плохо. Значит, давайте здесь нужно вспомнить, что SP4 и O5 – это одна и та же алгебра. Собственно, ну, как сопоставить с точностью до константы, можно, сравнивая просто корневые диаграммы. А если писать явно соответствие, то оно получается вот таким. Вот можно f маленькое, это напоминаю, образующее sp4, f такой большой, это o5, и вот можно явно установить такой изоморфизм. Поэтому, в принципе, можно все построения вести на языке sp4. На языке, то есть у меня вот есть алгебра sp4, у меня есть какая-то подалгебра, другая подалгебра отличная, ну, не sp2, а другая вот подалгебра. Есть функции на sp4, и просто вот все делать тот базис, который мы строили для цепочки O5 и O3, пытаться строить на языке sp4. Я, собственно говоря, это и буду. SP4 – это как группа, это не что иное, как spin5, она двулистно накрывает SO5. Соответственно, у меня наоборот, функции на SO5, легкая опечатка, отображается функция на SP4. И это отображение можно выписать явно. То есть вот здесь буквы А обозначают функции определителей, которые являются функциями на SO5, а буквы Б – это функции, которые являются, буквы Б – это определители, которые являются функциями на SP4. Ну, то есть это можно явно выписать. Это отображение, оно там хорошо известно, как оно явно устроено. Значит, и отсюда можно получить вот это вот отображение функции. Ну, составить вот такие таблицы некоторые. Такое несложное упражнение. Вот. И, соответственно, давайте полученный результат про U3 старший вектор переведем на на язык SP4. Значит, вот давайте под алгебру в SP4, соответствующую O3, я буду обозначать H. Вот H – это подалгебра в SP4, которая там является образом той подалгебры O3, которая была в O5 при изоморфизме. А у нас была явная формула для… У нас вот был результат, что O3 старшие векторы кодируются GL3 диаграмма Гельфанда-Цетлина плюс индекс сигма. Явно была выписана функция, которая соответствует этой диаграмме. Значит, там участвовали функции А, являющиеся функциями на O5. В них можно подставить вот те выражения, этих А через функции B, являющиеся функциями на SP4. И получить вот явно, какая же получается функция на SP4.
Там есть некоторая там хитрость, потому что, вот видите, функция А0 соответствует не моном от определителя, а вот некоторая там сумма. И поэтому это приводит к тому, что здесь получается, вот в случае опять у нас был гамма-ряд, связанный с решеткой ранга 1. А здесь будет тоже гамма-ряд, но здесь решетка будет иметь больше ранг. А именно это будет решетка ранга 2. Здесь явно выписано, какие у нее порождающие, вектор сдвига. И заметьте, если надо сделать замечание, что да, здесь две порождающие, но порождающие, вот они опять имеют тот же вид, что порождающие раньше. На двух местах единицы, на двух местах минус единицы. Здесь есть еще одно дополнительное хорошее свойство, я скажу про него. И оказывается, что вот если работать уже на языке SP4, и ее подал гибр H, то применяют понижающий оператор из этой подалгебры к тому, к той функции, которая была ниже. Если его применять, то да, получится, все-таки получится гамма-ряд. То есть вот к тем двум векторам, которые были на предыдущем слайде, нужно добавить вот эти вот два вектора. Значит, здесь у меня, к сожалению, здесь нужно вот был определитель B2, его нужно расщепить в две новые координаты B2' и B2'A. То есть вот у меня функция зависит вот от таких вот переменных. То есть это вот все определители, но определителю B1 отвечают тут две переменные, B1 и B1'. B1' и B1'. Определитель B2 отвечает 2, B2', B2'. Ну, а в остальном просто выписаны всевозможные определители на SP4. Далее вот по диаграмме Гельфанда-Цетлина строится вектор сдвига. Тут, видите, участвуют диаграммы. И берется решетка уже ранга 5. То есть те V1, V2, которые возникали на предыдущем слайде для H-старшего вектора. И вот добавляется еще три вектора. Вот если рассмотреть тогда гамма-ряд соответствующий, то да, это та функция, которая соответствует базисному вектору типа Гельфанда-Цетлина для алгебры О5. Ну, единственное, вот эта функция уже не на SO5, а на SP4, ну или же SPIN. Это уже такой свежий результат. Вот эта статья на архиве появилась буквально вчера. Ну, тоже там принята публикация в теме. Вот. Это вот, значит, тоже результат, что да, если рассматривать функции на SP4 или SPIN5, то можно записать функцию, соответствующую диаграмме типа Гельфанда-Цетлина, как гамма. Теперь давайте я постараюсь вас убедить в том, что это результаты чем-то полезны. А именно давайте я, ну, давайте я ограничусь базисом в случае SP4, постараюсь вам показать, что после этого вывод формул для действий генераторов – это уже такая совершенно автоматическая процедура. Итак, смотрите, у меня есть базис, которым векторы задаются функциями от f-дельта. Дельта – это вот вектор сдвига, она зависит от определения. Как на нее действует генератор f и g? F и g – это e и g минус там два знака на e минус g минус e. Ну, тогда можно записать так, что e и g как бы действуют вот таким образом. Мы дифференцируем по определителю bg, содержащим индекс g, и заменяем, умножаем на определитель, содержащий вместо этого индекс g. Ну, конечно, E и G как элемент, там, сам вот этот генератор E и G, его действие некорректно определено, потому что там не уважается соотношение. А ну вот, где вот добавляется вот этот второй член со знаком минус, это уже корректно определенное действие. Значит, вот он действует так.
Когда я говорил про гамма-ряды, одно из свойств, которое я особо подчеркнул, было такое, что оператор дифференцирования по переменам действует очень хорошо. Он просто, вот этот вектор дельта, из него что-то вычитается. То есть на месте, это же это определитель B же Y, это один из аргументов гамма-ряда. Ну, значит, в соответствующем месте дельта вычитается единичка. Поэтому вот этот оператор дифференцирования, как он действует на функцию дельта, очень просто. Вектор дельта там в одном месте вычитается единичка. А вот умножение на определитель, то есть это один из аргументов гамма-ряда, на самом деле после этого будет не гамма-ряд. Не гамма-ряд. То есть, казалось бы, здесь какое-то противоречие скрывается. Вроде мы сказали, что у нас представление – это линейная оболочка гамма-рядов, там гамма-ряды соответствуют байсным векторам, а пытаемся действовать генераторами и выскакиваем из этого пространства. Казалось бы, противоречие. Ну вот здесь как раз начинает играть роль то, что определители не являются независимыми переменами. Они подчиняются соотношению. Ну вот, например, в случае SP4 можно выписать вот такие соотношения. Клюкеровское, потом специальное. Я сейчас не хочу обсуждать, это все соотношения или нет. В общем, соотношения есть. И вот имеет на самом деле место такая лемма, как я называю это основной леммой, которая говорит, что если у меня есть гамма, идея такая, если у меня есть гамма-ряд от определителей и векторы, порождающие решетку этого гамма-ряда, некоторым образом связаны с соотношением между определителями, то гамма-ряд можно умножать на этот определитель и получается линейная комбинация гамма-рядов. Итак, вот точная формулировка такая. У меня есть гамма-ряд, вот это каких-то определителей, BI, там, первого, второго порядка. Гамма-ряд – это что такое? Значит, там он связан со сдвинутой решеткой. У этой решетки есть порождающий вар. И, допустим, у некоторых начальных есть какие-то порождающие, их, может быть, не все такие, а вот до Камалова, которые обладают таким свойством. Они записываются как такой вектор, где на двух местах стоят плюсы и на двух местах стоят минусы. Вот у нас как раз вот очень часто такое возникало. При этом с каждой такой хорошей порождающей связано соотношение между определителями. Мы перемножаем определители, идущие со знаком плюс, первый член, со знаком минус и какие-то еще x5, x6. Вот такое соотношение связано. И давайте тогда по этому соотношению, давайте так вот напишем вектор еще R альфа, где, видите, вот в V альфа были E, участок со знаком плюс шли X1, X2, здесь тоже X1, X2. Вычитались X3, X4. А здесь вычитаются X5, X6, которые вот из этого соотношения. Вот оказывается, тогда, если я беру гамма-ряд от определителя, умножаю на определитель, то получается сумма. Сумма тоже гамма-рядов с каким-то соотношением. Но это выполнено по модулю соотношений плюс. Здесь, видите, к вектору гамма добавился EX, то есть вот на том месте, который вот мы как раз умножали на BX, то есть вот на этом месте добавилась единичка, и добавляются всевозможные кратные векторов R-альфа с положительными целыми коэффициентами. Ну и какие-то коэффициенты CS гаммы. Это числовые коэффициенты. Причем их даже можно явно написать. Тут соотношения какие-то громоздкие, но какого они вида? Вот давайте прежде всего введем некоторую новую функцию, очень похожую на гамма-ряд. То есть вот если бы здесь вот не было вот этого T плюс 1, T плюс S наверху, то есть S это фиксированный, это вот фиксированный набор из качества. Если бы вот этого t плюс 1, t плюс s не было, это был бы гамма-ряд. Ну, а здесь вот просто добавить. То есть вот это наверху добавилось вот что-то типа символа по гамме. И CS гамма, ну, выражается через значение вот этой вот новой функции в единице. То есть, ну, такая вот
специальная константа, выражаясь через значение функции гипергеометрического типа. Это не гипергеометрическая функция, это чуть более сложная, но тем не менее можно писать явную форму этих коэффициентов CS. Вот еще раз давайте вернемся даже для простоты к случаю SP4. Там я, у нас там была функция соответствующей диаграммы, писалась как гамма-ряд, там гамма-ряд был связан с решеткой, заданной уравнениями. Но эти уравнения можно решить и показать, что решетка задана тремя вот этими векторами. Как видите, они ровно те векторы, какие нужны в основной линии. На двух местах плюс, на двух местах минусы, и с каждым вектором связано соотношение между определителями. Легко видно, это три плюкеровских соотношения. Вот соответствующие вектора R. И, соответственно, вот получаем формулы для действия генератора. Для действия генератора. Вот эти коэффициенты C, они хоть и громоздкие, но выписаны явно. А что стоит здесь? Вот видите, здесь преобразовался вектор дельта. Это соответствует на самом деле некоторому преобразованию диаграммы. Его явно можно написать. Там некоторые несложные упражнения. И второй член то же самое. То есть это делается более-менее на автомате. Конечно, ответ довольно громоздкий, но тем не менее совершенно явно. Значит, ну там вот я там, в работе это я там подробно писал, то есть какие преобразования диаграмм соответствуют вот такому преобразованию этого вектора дельта. Где-то там вычитаются единицы и так далее. Но, в общем-то, такая процедура здесь, если есть эта основная лемма, то здесь, пожалуй, даже думать не о чем. То есть вот дифференцирование просто вычитание из чего-то вектора, а умножение на определитель, вот есть то, как это действует. Хорошо, значит, для случая... Здесь я вот немножко подробнее в конце сказал, что предполагал, что я рассматриваю базис типа Глифанда Сейфмана, связанную с цепочкой SP4 SP2, но, конечно, для случая цепочки O5-O3 там все то же самое. То есть те же самые рассуждения тоже приводят к ответу. Ну, конечно, ключевой инструмент – это вот эта вот основная лемма, которая позволяет, дает нам формулу, что же происходит с гамма-рядом, когда мы умножаем его на переменную. Хорошо, давайте я немножечко… да, вот здесь, собственно говоря, я сказал, что… Вот это изменение вектора дельта соответствует какому-то преобразованию диаграммы. Значит, там видите, какое преобразование, я вот немножко подробнее про это скажу. Значит, видите, мы здесь добавляем вектора R. Ну, у нас там было три вектора, V1, V2, V3. И, соответственно, есть три вектора, R1, R2, R3. Значит, какое преобразование диаграммы соответствует добавлению этих векторов? Ну, преобразование, вот, собственно говоря, тут небольшое упражнение сделать, вот добавление R1, ну, с коэффициентом 1, такое преобразование, R2, такое преобразование, R3, такое. Ну и давайте еще вот, что же, какое преобразование диаграммы соответствует вот этому изменению. Давайте я для определенности зафиксирую, о каких же I и G идет речь. Давайте считать, что у меня речь идет о преобразовании F-2,1, например. Тогда вот первый член, где как будто действие E-2,1, там входит вот такой дифференциальный оператор и такой. А тот член, где идет ну, после знаков E-1,2, это вот такой, вот такой. То есть тогда вот в той сумме, которая выше, там два, в первой сумме два слагаемых, во второй два слагаемых. Соответственно, этим четырем операторам соответствует вот 3-4 преобразования вектора дельта. И тоже явно выписано,
какое же преобразование, какое же явно преобразование диаграммы этому соответствует. То есть, ну, здесь уж задача решена совсем явно. Ну и также можно действовать для других генераторов, не только на F-2.1, ну и там для других выписать. Это тоже какое-то упражнение. Тут уже не надо думать, тут как нужно аккуратно просто смотреть. Вот. Хорошо. Ну, основной инструмент, такой вот, который позволяет эффективно работать с гамма-рядами, например, выяснять, как действует генератор, это, думаю, я сумел объяснить, это вот то, что я назвал основной лем. Это формула для умножения гамма-ряда на определитель по модулю соотношений, ну, соотношений между определителями. Значит, давайте я немного скажу про доказательства. Это основная лемма. Совсем немного. Основная идея. Основная идея. Потому что здесь за этим стоит такая очень красивая идея. Значит, итак, здесь нужно вспомнить то, что нужно вспомнить, что мы работаем с гамма-рядами. Я уже упоминал, что эти гамма-ряды, значит, возникли в работе Гельфанда и Цетлина. Гельфанда как из авторов, там Цетлин не был, там Капранов, Зелевинский, Васильев, Граев. Они хотели построить то, что можно назвать гипергеометрической функцией многих переменных, хотели, чтобы они обладали какими-то хорошими свойствами. Например, они, конечно, хотели, чтобы они удовлетворяли какой-нибудь хорошей системе дифференциальных уравнений. И я, пожалуй, не буду выписывать ее полностью, но сформулирую такой результат, что если у меня есть гамма-ряд от переменных, вот я здесь пишу, заметьте, не b, как раньше, а бета. Почему? Потому что бета, переменные бета были определители, которые подчинялись каким-то соотношениям. А я хочу рассматривать гамма-ряды теперь от независимых переменных, которые бы никаким соотношениям не подчинялись. То они тоже индексированы какими-то подмножествами в множестве там, минус 2, минус 1, 1, 2. Но хочу, чтобы они были независимы. Это независимые переменные, я обозначаю бета. Итак, вот есть гамма-ряд. И теперь он связан, допустим, с решеткой, порожденной векторами, где берется EX1, EX2 с плюсом и EX3, EX4 со знаком минус. Вот тогда, оказывается, гамма-ряд удовлетворяет вот эту систему. То есть с каждым у меня есть гамма-ряд, связанный с решеткой, где порождающие имеют опять такой вид на двух местах плюс, на двух местах минус. Тогда он удовлетворяет вот такому уравнению. Такой системы. Давайте считать, что мы, значит, что все-таки мы мыслим, что да, это, конечно, бета, это независимые переменные, но вот мы хотим потом работать с определителями, которые подчиняются соотношению. И мы работаем в условиях основной леммы, что у нас есть такое трехчленное соотношение Плюкера. Тогда, конечно, так и тянет к этому оператору альфа добавить вот этот вот член, так, чтобы вот этот дифференциальный оператор как-то вот очень похож был на соотношение Плюкера. Я вот его добавляю, называю это оператору альфа с чертой, называю это антисимметризованный доказательный оператор. Ну и можно посмотреть другую систему уравнений, значит, где у меня буду смотреть функции, которые вращаются в ноль под действием вот этого оператора АГКЗ. И оказывается, эту систему тоже можно решить. И здесь снова всплывают вот те вот функции fs, которые, получается, вот как бы гамма-ряд, но здесь дописывается вот этот вот, наверху вот этот член. И вот если взять антисимметризованную сумму вот этих fs, получится какая-то функция f прямой гамма, вот независимых переменных бета, оказывается, это базис пространства полиномиальных решений АГКЗ. Ну, там, то, что они решают, это несложно проверить. Ну, там некоторая кропотливая работа, что это именно базис.
Хорошо, а зачем я вдруг перешел к дифференциальным уравнениям, почему вдруг какую-то систему ввел? А теперь вот, собственно говоря, идея. Допустим, у меня есть функции от определителей B. B – это эти вот зависимые определители, а бета – это зависимый определитель, а бета – это независимый пример. Допустим, я хочу установить, что имеет место какое-то соотношение между функциями определителей по модулю соотношений Плюкера. Такое несложное соображение показывает, что это происходит тогда и только тогда, когда верно вот что. Я все определители заменяю на операции дифференцирования по переменной бета, и полученный дифференциальный оператор должен действовать нулевым образом на множестве решений системы АГКЗ. Что-то типа такого преобразования. Ну, так как мы знаем базис пространства решения системы АГКЗ, то здесь достаточно рассматривать только требовать, чтобы действие этого оператора было нулевым на базисных решениях. Это несложное соображение. Несложное соображение. И оно, пожалуй, было бы не очень полезно, но интересно то, я же хочу выяснять соотношение между гамма-рядами, значит, я должен рассматривать гамма-ряды, F-гамма, в которой подставлено вместо этих зависимых определителей вот эти операции дифференцирования. И вот оказывается, можно явно написать, как этот гамма-ряд, куда подставлен дифференциальный оператор, действует на это базисное решение. Вот получается такая несложная форма. Вот и благодаря этому я могу выяснять соотношение между гамма-рядами, выполняемые по модулю соотношений Плюкера. Благодаря тому, что я знаю, как они вот действуют на это базисное решение. Это вот основной инструмент, как доказывать разные соотношения между гамма-рядами, выполняющимися по модулю соотношений Плюкера. В частности, то в результате получается та основная лемма, которая вот сыграла ключевую роль. Вот. Основной технический инструмент. Ну и заключение, значит, что еще позволяет, то есть вот я сумел записать базисные функции в виде гамма-рядов. Конечно, я нашел форму для действия генераторов. Ну, наверное, эту задачу можно решить другим способом. Ну, в частности, там вот, ну да. Ну, а что еще позволяет такая запись сделать? Ну, вот в случае SP4O5 там еще нет результатов, но вот в случае GL3 оказывается, некоторые задачи, которые, казалось бы, не имеют хорошего решения, вот при таком традиционном подходе, с помощью этой записи в виде гамма-рядов можно сделать. Вот, например, можно попытаться взять тензорное произведение двух неприводимых, для GL3 разложить сумму неприводимых, пытаться поставить вопрос, а можно ли выписать произвольный коэффициент Лепша-Гордана? Явно. Ну, люди пытались это делать с годов 60-х, ну, написали какое-то большое число работ, но вот формула такая, что вот он, коэффициент Лепша-Гордана равно, и дальше выражение явно. Ну, это, к сожалению, таких работ не было. Ну, в частности, вот с помощью вот этого функционального подхода мне это сделать удалось. Вот это в алгебре анализа работа. Но там формула хоть и явная, но все-таки она довольно сложная. Но, на самом деле, немножко изменив точку, чуть уже после того, как эта работа вышла, я понял, что можно немножко изменить точку зрения и в той же самой задаче получить не просто явное, а даже такое совершенно обозримое простое решение. То есть там фактически произвольный коэффициент Лепша-Гордана пишется как дробь, и наверху стоит один гамма-ряд, куда подставлен там плюс-минус единица, внизу несколько гамма-рядов, куда подставлены единицы. То есть формула, которая вмещается вообще в одну строчку. То есть вот с помощью этого подхода получается, что некоторые задачи там получают решение совершенно простое. Так что это все-таки такая борьба была не зря. От этого какая-то польза есть. Ну, здесь, пожалуй, я закончу. Спасибо за внимание. Это у меня все.
Спасибо. Пожалуйста, какие есть вопросы к докладчику? Если можно. Вы не знаете, кто-нибудь занимался, вот, что происходит с кодеформациями, там, представление квантовых групп, вот такие вещи? Да, я видел, значит, я видел работы, вот тот результат для GL3, он, есть его обобщение, который там, ну, тот самый простой результат, который получен еще Бернхардом и Бердом в 60-е годы, он обобщался на представление у QSL3. Да, такие обобщения есть, но там, мне кажется, что-то более-менее автоматически. Это примерно когда? Это может быть, уже вот в 21 веке, я сейчас так точно не помню, ну, какие-то относительно свежие работы, то есть это вот уже нулевые года 21 века. И кто? Ой, так я, честно говоря, фамилии не помню. Ну, если интересно, я могу посмотреть, кто там. Снизу не помню фамилию, но это легко. Вопрос по ссылкам надо посмотреть. Ну, могу. Сейчас. Если не сложно. Да, давайте сейчас тогда немножко отвлекусь. Так, надо, наверное, просто... Мне это, кажется, в списке литературы есть. Да, Добрев, Труинин, 97-й год, 2000-й год, статьи Journal Mathematical Physics. Ну, там, как называется статья, полиномиальная реализация у QSL3, базис Гельфанда-Цеплина. Большое спасибо. Да. Я могу просто там ссылку в чат. Есть еще какие-нибудь вопросы? Да, у меня есть. Можно я спрошу? Да, пожалуйста. Вот у меня вопрос по поводу теоремы Бидингхарна-Берда. Я не понимаю ее формулировку. Вот что это значит? GL3 диаграмме соответствует такая функция и написана некоторая гамма-функция. Что это значит? Я не разобрался. Вот у нас... сейчас пойду сюда. Демонстрация еще работает, да? Значит, у нас есть пространство функций на группе GL3. Да. На этом пространстве действует, ну, сама группа и, соответственно, алгебра Ли. Значит, это представление. Здесь есть конкретные примеры функций. Это вот такие вот определители. Есть матричные элементы. Из них, ну, сопоставляются вот такие определители. Вот они пишутся так. То есть берутся первые... Ну, это понятно, да. Строк, да. Тогда, конечно, любое конечномерное представление вкладывается в пространство функций каким образом? Ну, берется просто вот такой вот вектор, он оказывается старшим, и, соответственно, он порождает представление. В этом представлении есть базис Гельфанда-Цеплина. Значит, вот базисный вектор кодируется таким диаграммой. Вопрос, какая функция на группе соответствует этой диаграмме? Да, речь идет про алгебраическую функцию, правильно? Ну да, это многочлен, это определитель просто. И вот ответ, что это, ну вот так можно писать, да, что вот это вот
через гипергеометрическую функцию Гаусса вот так вот пишется. Это функция на группе, которая есть функция, соответствующая диаграмме Бельмановцев. Ну вот, вот эта функция f, это какой-то ряд или все-таки это многочлен? Это многочлен. Это, конечно, гипергеометрические функции определяются как ряд, но здесь несложно проверить, что из-за целочисленности параметров он оборвется. Конечно. То есть конечная сумма. А в определении гамма-функции там предполагается, что все переменные z, они только в неотрицательных степенях? Ну, да, просто, да, если вернуться к гамма-ряду, что понятно, что если здесь стоит внизу факториал отрицательного числа, то соответствующее число гамма будет нулевое. Понятно. Да, поэтому на самом деле, конечно, вот этот, как я говорил, гамма-ряд, все время часто произносил такие слова, но это не ряд, а конечная сумма. Хорошо, понятно, спасибо. Еще вопросы? Вот я хотел бы прокомментировать, вот в какой-то момент прозвучало, что есть классическая цепочка Гельфанда-Цетлина. Ну, в случае О5, это О5 содержит О4, О4 содержит О3. И есть вот эта корневая О3, о которой вы говорили, да? Да. Вы вроде сказали, что они, что эти две О3 не сопряжены друг другу в О5. По-моему, все-таки сопряжены. Ну вот, когда вы говорили про случай О5, да? Да, вот здесь, вот, да, совершенно верно. По-моему, вот эта верхняя О3 и нижняя О3, они все-таки сопряжены в О5. Ну, потому что вот как строится верхняя О3? Значит, вы берете О5, в ней содержится О4, ну, стандартным образом вложенная. Там, допустим, вы берете ортнормированный базис, да, тогда О4 вложено в О5 просто уголком, да? Да. И точно так же О3 вложено в О4 уголком. Да. То есть в результате вот это О3 верхняя, она является стабилизатором пары ортогональных друг другу там неизотропных векторов. Угу. Вот. А что касается нижней О3, то там, значит, берется такой гиперболический базис, где матрица квадратичной формы имеет единицы на побочной диагонали. И это О3, ну, например, ее можно вложить как такую серединку, средний блок размера 3 на 3. Ну да, да, конечно. Вот. И это стабилизатор пары изотропных векторов, двойственных друг к другу, там, ну, первого, да, и последнего. Но это то же самое, там, если вы поменяете базис, это будет стабилизатор пары там, двух ортогональных неизотропных векторов. То есть разницы нет на самом деле. Вот. Так что это все-таки одна и та же подалгебра, ну, с точки зрения сопряженности, это одна и та же подалгебра. Другой разговор, что там базис, который можно вот по ветвлению в первом случае построить, ну, так сказать, совпадает ли он с вашим базисом, это отдельный вопрос. Вот. Но как бы подалгебра все-таки одна и та же. Хорошо. И у меня в связи с этим есть еще вот такой вопрос, может, естественный возник. Вот, вот это вот О3, которое здесь обсуждается, что верхняя, что нижняя, она соответствует короткому корню. Да? Вот. Та О3, которая была, ну, она же SP2, которая была в SP4, она соответствовала длинному корню. А есть еще и третья подалгебра типа там SL2 или SP2 в алгебре О5 или в алгебре SP4. Ну, потому что там есть всего три нильпотентных орбиты, и каждая из них соответствует своя SL2 подалгебра. Вот. Она уже никакому корню не соответствует, она такая кривая. Вот я не знаю, может быть, интересно было бы изучать, значит, ветвление, ну, как строить какой-то хороший базис с помощью ветвления на эту подалгебру, может, это каким-нибудь физикам там интересно или еще кому-то. Ничего такого вам не встречалось? Нет, такого же, такого нет. Как-то. Понятно, ну ладно. Да, на самом деле, да, то есть в приложениях вот именно вот корневая встречается. SP4 это уже так вот из каких-то таких скорее математических... Нет, ну она тоже корневая, просто она отвечает другому корню. Ну да, да, да. Длинного. Я говорю, вот задача для SP4, она все-таки в таких, в общем, математических соображениях обсуждалась. Ну так вы можете брать любые О3 вложенные в О5 вообще, по-всякому. Ну вот я говорю, их три штуки, да. О3, и вот две из них вот сегодня обсуждались, я как раз спросил, а что про третью? Можно ли что-то интересное сказать? Вот такой вопрос не исследовался. Да, ну нет, ну просто вот...
какая-то вот классическая задача, там построение Байес-Скельфанд-Цетлина там вот для внутри какой-то серии. Поэтому я просто рассматривал специализацию этой задачи, вот поэтому я не хотел там рассмотреть всевозможный способ для О5, а я скорее так рассматривал специализацию общей задачи. На такой взгляд. Вот. Потом я еще хотел прокомментировать, вы там говорили про определители в дробных степенях, но это все-таки, наверное, не совсем корректно говорить, в том смысле, что эта функция будет там не однолистная, да? Многозначная функция. Да. И она становится однозначной на спинорной группе. На связанном накрытии. Ну, что фактически вы потом и делаете, вы же там переходите к SP4, группе SP4. Вот. То есть фактически вот эти ваши функции, если вы рассматриваете все представления алгебры О5, то функции надо не на группе SO5 брать, а на спинорной группе, на группе SPIN5. Да. Здесь я неаккуратен. Вот. А потом, вот я уж тогда задам все свои вопросы. Я хотел спросить, ну вот... Когда вы говорили про вот, ответвление ограничения на под алгебру, что для SP4 на SP2, что для O5 на O3, там возникают вот эти пространства кратности, да? Да. И вы говорили, что, ну вот вы там, ссылаясь на Желобенко, говорили, что есть некий естественный изоморфизм задач ответвления вот, с аналогичной задачей для GL3, там GL3 на GL1, да? Вот. А этот изоморфизм в каком смысле естественный? Там есть какая-то геометрическая конструкция? Или это просто, функции там удовлетворяют каким-то одинаковым соотношением, вот эти функции на одной и на другой группе, и поэтому есть изоморфизм? Да, здесь я ни про какое действие не говорю. То есть это естественно в том смысле, что в таком неформальном смысле, не в математическом, что вот можно записать эти функции в таком виде и для одной задачи, для другой, что они будут писаться одинаковыми формами. Ну, то есть это именно на уровне формул, там нет никакой геометрической подоплеки у этого, значит, соответствия. То есть, собственно, вот да, мой вопрос можно сформулировать так, что есть ли у базиса в этом пространстве кратности какой-нибудь там, геометрический смысл, не знаю, что бы это ни значило. Вот, в смысле там, ну, в смысле чего-то происходящего на этой группе, там, каких-то там подмногообразий, я не знаю, в общем, как точно сформулировать. Нет, есть вот тут такой не геометрический, такой стал алгебраический, что Молев там строил действия. Янгиан. Не Молев, лучше говорить, а вот предшественники его там строили действия некоторых алгебр, которые там действия оказываются согласованы. Такое вот я знаю. Ну, там действие, там Янгиан действует. Янгиан, GL2, по-моему, действует в этих пространствах. Да. Это вот Молев делал, а до него там еще Желобенко тоже строил еще 20 лет, кажется, там 70-е, там действия некоторые алгебры Микельсона-Желобенко. Вот они там строили некоторые другие алгебры. И там эти действия оказываются согласованными. Вот, а вот геометрически я никогда про это не думал. Вообще-то, действительно, раз там есть это соотношение Плюкера, то эти все определители, они живут на гроссманьянах каких-то. Ну вот да, что-то хочется такого, вот какого-то геометрического объекта, который под этим, за этим скрывается. Вот поэтому я и спрашиваю. То есть какое-то однородное пространство, на самом деле. То есть вам такого неизвестно, да? Ну, нет, ну, то есть это там можно показать, да, что там вот, что, сейчас, если задуматься, что делает Желобенко. Он рассматривает функции на верхнюю нетреугольных матрицах. А, ну, сейчас, ну, вот в случае SP4 на SP2 как сформулировать? Нет, пожалуй, я скажу так, что я никогда не мыслил это геометрически.
крайней мере, таких очевидных соображений тут нет, и глубже геометрическую сторону никогда не думал. Спасибо. И я еще хотел спросить, ну вот это вот GL3, SP4, SO5, а для больших рангов есть какая-то надежда что-то вот на этом языке делать? Вот, да, вот смотрите, здесь я продумал, ситуацию с GL. То есть вот можно поставить такой вот вопрос, а взять классический базис Гельфанда, Цетлин для JLN, поставить вопрос, какая функция там соответствует, если там хороший ответ. Значит, с одной стороны, можно вот так наивные условия на показатели, построить гамма-ряд, и получится, на самом деле, тоже они будут сдавать какой-то базис представления, но в отличие от JL3, там это будет уже не будет базис Гельфанда, Цетлин, это будет какой-то базис треугольным образом связанный с базисом Гельфанда Цетлина, но тем не менее, все-таки я, мне кажется, я умею решать эту задачу, то есть писать некоторые функции, они, которые соответствуют Гельфанд Цетлиновским векторам, они пишутся уже немножко сложнее пишутся, но это возможная задача, и кажется, все-таки я при этом вот умею. Этого мне достаточно, чтобы, например, там писать произвольный триод символ. Там, конечно, более громоздкие выражения получаются, но, тем не менее, там это тоже, вот, например, можно явно раскладывать произведение, тензорное произведение там, в сумме приводимых явным образом. Конечно, там из-за того, что более сложная функция, получается не такой красивый ответ, но тем не менее. Ну, в общем, в случае GLN ситуация для, начиная с размера 4, становится кардинально более сложной. Насколько я так понимаю, и для других серий там тоже вот самое, то есть при больших, больших размерностях там тоже ситуация становится более сложной. Там такой механической аналогии нет. Спасибо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Тогда, если вопросов больше нет, давайте мы еще раз поблагодарим докладчика.